Ими нельзя по одной простой причине, чтобы вы человека не затрогали, и он подумал, да чтобы я в следующий раз так поступил, да не в жизнь. Вот. Что касается этой ситуации. Когда я давал эту информацию, меня спрашивали за нее ваши коллеги, я сказал так, я даже знаю, что люди будут говорить. Первое, они будут говорить, маму дали, второе, дали не тому, и третье, сами придумали, чтобы себя, как у вас говорится, распиарить. Да? Вот, ну, это что называется, к бабке не ходи, реакция будет вот такой, потому что в народном сознании чиновник, коррупционер – это практически знак равенства. Вот мы в том числе свою работу ставим на том, чтобы этот знак равенства все-таки убирать. Вот. Сумма действительно была, но изучив всю ситуацию вместе, кстати, сотрудники потом приходили, а вдруг тут взятка, никакой взятки там по большому счету бы и не было. Сотрудник повел себя абсолютно правильно в данном случае, и все должны себя сотрудники вести так. Увидел деньги, доложил руководству, все заактировали, а уже дальше все будет принимать решение в соответствии с ситуацией. Вот. Поступил... Дело не было заведено. А? Дело не было заведено. Там не было никаких оснований ни для. Нет, если уж сильно-сильно постараться, приложить максимум усилий, может быть, можно у тех, кто эти деньги предлагал, что-то увидеть. Мы сами себе представили, эти две пенсионерки, которые там принесли 2000 по глупости, будем так говорить. Вот. Если мы сейчас начнем, у нас уже есть примерные, как сказать, невзвешенные граждане, которые по этому поводу раздувают большие волны из-за 2-2,5 тысяч. Поэтому, у меня для того, чтобы в этом направлении работать, во-первых, есть мозги, во-вторых, совесть. Вот. Сотрудник поступил правильно, все остальные сотрудники, соответственно, в подобных ситуациях должны себя вести абсолютно так же, потому что в данной ситуации ни у кого, ни у тех, чьи это были деньги, ни у сотрудника не было ни умысла, ни сговора, ни попытка осуществления каких-то противоправных действий.